какими эмоциями, впечатлениями вот, от фестиваля, от победы? Вы знаете, я дебютант, у меня... Я даже не понимаю, что сейчас произошло. Это слишком большое счастье. И я переполнен просто какими невероятными эмоциями, благодарностью жюри, фестивалю, городу, зрителям, которые приняли этот фильм. И ничего конструктивного я, к сожалению, сейчас вам сказать не смогу. Владимир, ну, я так понимаю, вы фильм снимали малыми средствами и малым актерским составом. Вот что вы этим фильмом хотели сказать? Всех оставить без кожи? Я хотел, чтобы зритель вместе со мной разделил чувства, которые мы пытались запечатлеть. Это любовь. Фильм, естественно, о любви. Он действительно снимался очень маленькими средствами. У нас было всего 30 тысяч рублей. И мы собрались с нашей творческой группой, с двумя актерами и оператором, который тоже получил приз заслуженно, на мой взгляд. И вместе придумывали и рождали это кино. То есть это такое дитя наше общее. Поэтому это наш приз. Я думаю, чувствую, что они сейчас вместе со мной внутри. Мечтали ли вы о прокате? Я думаю, что рано пока об этом думать. Я даже не мечтал о том, чтобы попасть на фестиваль. Этот фильм был закончен буквально за несколько дней до фестиваля. Я заканчивал делать последнюю копию, поэтому говорить о прокате, я думаю, еще рано. И я бы хотел, чтобы зритель его увидел, потому что в конечном итоге это цель любого режиссера, чтобы его слышали и видели. Но пока что, думаю, рано об этом говорить. Как можно создавать фильм, не надеясь на то, что его увидит зритель? Что вами двигало? Не надеясь. Вы знаете, прокат не единственный способ донести до зрителя кино. Есть много других, поскольку до этого я сталкивался только с короткометражными картинами, то все-таки интернет и фестивали – это тоже некий определенный фидбэк. Я в этом случае, как дебютант, рассчитывал все-таки в первую очередь на фестиваль, что он будет увиден на фестивале, и я очень рад, что это действительно произошло. Вот. И когда я снимал кино, я рассчитывал на то, что его увидят. Но для начала стоит цель сначала снять кино, а потом думать о том, увидят его, достойно ли оно будет того, чтобы его увидели. Это ваша первая лента? Это моя первая полнометражная лента. А до этого это были только короткометражные картины. Вот. Некоторые короткометражные фильмы еще не закончены, я закончу их в этом году. И это ваши первые награды? Это мои первые награды в жизни, да, это правда. Я участвовал с короткометражными фильмами на фестивалях, но никогда не получал еще призов, и уж тем более гран-при. Вот. Приятно? Вы еще спрашиваете, конечно, приятно. Это не совсем подходящее слово. Я потрясен и шокирован. Не плохие фильмы, это ваши сокурсники. А что? Плохие фильмы, ваши сокурсники. Творческая команда. Актеры фильма, герои и героини, они... Молодой человек Петр Скворцов, он учится в МХАТе. Они оба учатся в МХАТе, но он учится на курсе Прусникина, на курсе Желковицкого. Они еще студенты. Елизавета Рыжик, она уже выпускается. Вот, они оба мои друзья, которые просто вместе со мной однажды шли по улице и слушали историю, которую я им рассказывал, и решили, что готовы, собственно, вовлечься в нее и участвовать в ее создании, искать ее. А оператор учится в ГИКе на курсе Невского, на, получается, втором курсе или третьем. Я запутался, пусть Ксюша меня простит, я надеюсь. Вот, она учится в ГИКе. Да. Да, я заканчиваю в этом году. Да, 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 да. У кого учитесь? У Кенченко. Кенченко. Так. А куда-то в сеть играете? В сеть? Ну, вы знаете, был задан вопрос о... собственно, был задан вопрос о прокате фильма. И есть все-таки такая вещь, как право... показаны на фестивале, что все-таки до того, как фильм показан на фестивале, его нельзя выкладывать в интернет, поэтому я пока что не хотел бы выкладывать в интернет. Может быть, он пройдет на какой-то европейский фестиваль, и тогда у него увеличится шансы проката, например. Поэтому он есть на закрытой ссылке, собственно, но в широком доступе в интернете его нет пока что. Но, возможно, будет. Будет в какой-то момент, я надеюсь.